الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Думаете ли вы, что поездка может быть интересной только тогда, когда вы едете в какие-то развлекательные, развитые страны или смотрите на прекрасные природные пейзажи? Нет, не обязательно. Иногда ты можешь получить от своего путешествия духовную пользу и радоваться этому больше, чем если бы ты ублажал свои глаза и тело. Потому что счастье души гораздо выше и лучше, чем счастье тела. Они никогда не сравнятся друг с другом. В этом путешествии, и это было лучшее путешествие, я лично извлек три пользы для души. И с вашего позволения, я хотел бы поделиться ими с вами. Первая польза. Я своими глазами увидел наших братьев, которые любят нас только за то, что мы мусульмане, и приехали к ним из арабских стран. А мы всю свою жизнь не сопереживали их заботам, не думали, в каком они положении, и вообще ничего о них не знали. Просто из-за того, что они видят нас, ты видишь, как из их сердец исходит полная, полноценная любовь к нам. Также ты можешь удивиться тому, что иногда они стремятся к религии больше, чем мы. Их дети посещают уроки Корана, хотя иногда Коран дается им нелегко из-за того, что он не на их родном языке. С нами самая младшая ученица, которая учит Коран в этом лагере. Ее зовут Халима Абдул-Кадир. Маша Аллах, Халима. Давай, почитай нам. Начинай. وَالْآتِيَاتِ دَفْعًا وَالْمُورِيَاتِ قَتْرًا وَالْمُقِيرِيَاتِ زُبْحًا وَأَثَرْنَ بِهِ نَبْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ جَمْعًا. Также своих дочерей они с детства украшают хиджабами. Их мечети, машаллах, полные. Иногда там больше молящихся, чем в наших мечетях. Хотя их страна может быть вовсе не мусульманской. Но они придерживаются этой религии и не растворяются в других религиях. Некоторые наши мусульмане едут в немусульманские страны и ассимилируются там с местными. Что касается этих людей, то они так не делают. Когда кто-то из нас видит подобное, его собственные дела кажутся ему ничтожными. То, что мы знаем язык, помогающий нам понять нашу религию, наша жизнь в исламских странах и наше изучение религии с детства — все это милости Аллаха к нам, которые мы не используем. Хотя те люди, клянусь Аллахом, могут лишь мечтать об этом. Вторая польза, которую я извлек для себя из этого лучшего путешествия, я осознал ценность вещей, которые меня окружают, и они для меня обрели особый вкус. Раньше я и не думал, что обилие и наличие воды — это что-то ценное, пока не увидел моих братьев, которые выкапывают ямы в надежде найти в них воду. И когда они находят ее, они выстраиваются в очереди ради того, чтобы сделать один или два глотка. Когда ты видишь все это скопление народа, ты имеешь право задаться вопросом, какого количества воды им хватит? Клянусь Аллахом, я стесняюсь показать тебе его, но я все же сделаю это. Следуй за мной и посмотри, сколько воды им хватает. Пожалуйста. Вот то, что осталось. Вот эта вода. Я не мог предположить, что потолок в моем доме настолько важен, пока не увидел бедняков, живущих в хижинах с соломенными, дырявыми потолками, и других людей, которые вынуждены толпами ютиться в тесных домах. Среди них есть и те, кто изначально живет под открытым небом. Даже песок, который я в изобилии вижу в наших странах, обрел ценность в моих глазах. Да, клянусь Аллахом, я навестил мусульман, живущих в тропиках. Они мечтают о песке, чтобы хоронить в нем своих умерших, потому что они живут на глинистой земле. И когда ты начинаешь копать, ямы сразу же заполняются водой. Братья мои и сестры, если мы не находим дома готовой еды, мы идем в ближайший ресторан и едим в нем самую вкусную еду. Или просто заказываем еду по телефону, и эту же еду приносят к двери нашего дома. Что касается тех людей, то если у них нет еды из-за засухи или голода, они выходят в пустыне, ищут дерево, на котором еще остались листья, пытаются их сбить и собрать, а потом готовят их и едят. Как вы их едите? Они варят их в воде, кладут воду.
И все? Ставят в воду и варят? Да, варят. Что касается третьей пользы, которую я узнал в этом лучшем путешествии, и на ней я и закончу. Я открыл для себя, что нет слова «невозможно». Всю бедность, которую вы видели, все эти проблемы можно решить. Раб уповает на Всевышнего Аллаха и прилагает усилия. Тогда Всевышний Аллах изменит его положение чудесным образом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Привяжи своих верблюдов, а затем уповай на Аллаха». Например, эта старая женщина. К ней вернулся ее сын, который был раньше очень далек от нее, в результате нашего устного совета. Вот этот старик. Его нужда и нищета закончилась, когда у его сына появилась лодка. Та танзанийская старая женщина, которая стремилась построить что-то ради Аллаха. Аллах построил ей дом. Аллах дает удел всем, даже если эта женщина 90 лет, живущая в джунглях. Деревенские жители взяли на себя заботу о ней, когда получили себе сельскохозяйственные приспособления. Так они извлекают пользу для себя и приносят пользу другим. Даже если человек жил 80 лет, поклоняясь идолам, это не значит, что он не может принять ислам за один день. Ашхаду. Ашхаду. Алла Илаха. Алла Илаха. Илля Аллах. Илля Аллах. Даже если вся твоя деревня была разрушена, не отчаивайся. На эту деревню разлилась река и уничтожила ее до основания. Но Всевышний Аллах открыл им возможность получать свой удел, и они выращивают рыбу в той же самой реке, которая недавно была для них источником разрушения, и это поможет им отстроить деревню заново и добиться еще большего. Уважаемый брат, уважаемая сестра, каждый раз, как ты едешь куда-то, посади там какое-то благое семя, которое будет свидетельствовать за тебя в судный день. Это может быть садака джария, непрерывная, продолжающаяся после смерти человека милостыня, экземпляры Корана, которые ты раздашь, или какой-то человек, которого ты призвал к Аллаху. Главное, расширяй круг своих благих дел. Тогда, вместо того, чтобы за тебя свидетельствовала твоя земля и твоя страна, ты увидишь перед собой разные страны с твоими источниками благих дел и награды за них. Они будут свидетельствовать за тебя в судный день, будут радовать тебя. Из соизволения Всевышнего Аллаха они станут для тебя проводником к райским садам и рекам, на седалище истины возле всемогущего властелина. О Аллах, сделай всех нас такими. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.